Кейн и Линч. Кейн и Линч абсолютно неожиданно оказался игрой гораздо лучше, чем я вообще думал. Очень удивительная вообще вещь происходит с этой игрой во всем мире. У меня есть такое ощущение, что на Западе игру просто никто не понял, хотя это очень сильно удивительно. Игра начинается с того, что мы сбегаем из тюрьмы. Там изначально вообще есть ролик еще до начала игры, что Кейн пишет письмо своей дочке, которую он 14 лет не видел, потому что сидел в тюрьме. И он так трогательно что-то пишет, что ой, вот, я не мог тебе сказать это раньше, но бла-бла-бла, я тебя люблю. Я такой, ну окей, окей, да, что ты мне тут впариваешь, ты вообще какой-то злодей, преступник, и... Ну, допустим, хорошо, у тебя есть дочь, я должен проникнуться к тебе сочувствием. А потом мы нахер бежим из тюрьмы и просто убиваем полицейских. И я такой, чего? Почему я должен это делать? Мне некомфортно изначально. Мне показывают какого-то мерзкого персонажа, и я почему-то за него должен убивать полицейских. У меня уже вот здесь был диссонанс, не знаю, как у тебя. Мы в GTA бежим в начале, мы там никого не убиваем, мы просто сваливаем. А здесь сразу начинается какой-то отстрел, я не знаю, у меня такая ненависть сразу к Кейну возникла. И все выставляли к ней какие-то совершенно смешные какие-то претензии, что персонажи плохие, не хочется себя ассоциировать с ними. Зачем себя ассоциировать с двумя подонками?